Они пока еще не в такт чеканят шаг, да и отмашка рук не та. У кадетов-новобранцев первая линейка, которая посвящена открытию смены. Сын пригласил на открытие лагеря. Решил посвятить себя военным делам. Надо когда-то начинать. Звучат фанфары. Командир взвода сдает рапорт, подглядывая в шпаргалку. На первых порах это разрешено, но в его голосе уже пробиваются твердые нотки. В лагере день отдыхающих по расписанию. Для будущих кадетов режим особый. Ребята за несколько дней пребывания на сборах кое-чему научились. Сложного особо ничего, только иной раз бывает тяжеловато. А интересно, в принципе, все. Всему научились. Во-первых, строевой подготовке. Попал, Дима. Отжиматься научились хорошо, подтягиваться. Подъем 7 часов утра, бегаем, зарядкой занимаемся. Потом идем в столовую. Ну а потом начинаются уроки, там, строевая подготовка. Но не только учения. Дискотека, спокойный сон на свежем лесном воздухе, чистая река и вкусная еда – все это зарядит ребят энергией на целый год. Не прошло и недели, а родственники уже не узнают своих чад. Сильно изменились. За 4 дня я их не узнаю. Гостеприимный «Кристалл» всегда рад гостям, которым и предоставили слово. Очень здорово, что сегодня происходит такая замечательная церемония открытия третьей лагерной смены. Жаркое в этом году выдалось лето, и у каждого из вас прекрасная возможность отдохнуть в нашем лагере. Лагере, который зарекомендовал себя как замечательное учреждение, потому что был подготовлен, потому что здесь уже прошли две смены, потому что здесь у нас, напомню вам, жили участники Всероссийского фестиваля «Кадетская симфония», и все очень здорово отдохнули. Поэтому я хочу пожелать своим будущим кадетам, чтобы в полном объеме прошли курс весь военной подготовки и все как один были зачислены в состав кадетского корпуса. Всем прекрасного отдыха, чтобы все у вас сложилось, как задумано. Всего самого лучшего. После всех пригласили в концертный зал под открытым небом. Новорощенные таланты пели о лагере, новых друзьях и воспитателях. За пару дней уже сформировались и танцевальные коллективы. Но не только творчество. Ребята поразили спортивными достижениями. Стоит добавить, предыдущие смены в лагере прошли без ЧП и приключений. Все две смены прошли нормально, благополучно. Все детки живы у нас. Сдали родителям целости и сохранности. Третья смена пока тоже началась благополучно. Будем надеяться, в дальнейшем будет так же. Детям под бдительным наблюдением взрослых остается только отдыхать и набираться сил. Светлана Доровских, Александр Трегубов, «Наш город».